смотрите, в какой-то веке у нас еще и грузовик-то, ёшкин матрёшкин какой, с ума сойти. Дорога, короче, что грунтовая дорога, это, конечно, ремонт, но факт, до этого вся Европа была асфальтовая, по крайней мере, вот такие трассы, а тут вот, вот так. Напомню, едем по Черногории, вот обогнали нас московские номера, никак мне не сфокусироваться. Ну, хорошо идет, он там много кого из местных обогнал. И я думаю, скоро снова изобразит. Ну вот, что-то не изображает, давайте мы изобразим тогда. Ну вот, мы изобразили. Ну вот, опять мы в Подгорице, так называемой столице Черногории. Ничего здесь не поменялось за эти дни, и рассказывать особо нечего нового. Let's go! Зацените сербский рэп. Удивительный туннель уже после Подгорицы, разумеется, но еще в Черногории. В общем, он какой-то влажный изнутри, и постоянно капает вода с него, видимо. Хотя дождей, в общем-то, не наблюдается снаружи. Вот и все. Сырость и плесень царят здесь. Раньше никогда такого не видал. Привык, что туннели сухие, высокотехнологичные. Вот как этот, например. А тот весь какой-то, как в пещере. Остановился на прикол, потому что уже коробка воняет. Как маслом, не маслом. Вот я смотрю дорогу. Бесконечный подъем, просто бесконечный. Давненько таких не было. Обычно хоть какие-то передышки на спуск, но не сейчас. Я уже остановился посмотреть, когда же будем спускаться. Я же вам не сказал, где мы находимся. Мы находимся на границе этого Черногории и Косово. Городок Розанье или что-то такое. На самой границе, вот она оказалась в горах, на севере как бы Черногории. От моря мы уже давно уехали, получается, и давно, и далеко. И постоянно поднимались в горы. Вот мы свою погоду и получили. А в Приштине-то что там? Ну, мы спустимся к Приштине вниз? Или так же будет? Интересно. Видите, какая Черногория разная-то, оказывается, бывает. Все привыкли, что она теплая и пушистая. Ну, в Подгорицу там отъедут чуть-чуть, там тоже тепло. Оказывается, бывает снежно и холодно. И морозно. В итоге заселились мы в гостиницу в приграничном городке Рожай, ну вот где я закончил съемку, не доезжая границы, потому что стрёмно ехать дальше, дальше морозы, непонятные дороги, вот. Здесь ожидается до минус 7 ночью, вот в этом конкретном городке. В Приштине завтра плюс 10, вот такая обстановка. Ночью сегодня в Приштине плюс 2, а здесь минус 7. То есть мы, очевидно, немножко спустимся туда. Спустимся с гор. А здесь такой типа мотеля для дальнобойщиков. И что? Во-первых, здесь вообще нет на весь городок ни одной женщины, я не видел. Я даже немного стреманулся. Ну, я как бы себя женщиной не считаю. Я Аню имею в виду, что
такая, в гостинице, на улице. Одни мужики. Ну, народ веселый и доброжелательный. А второе, самый-то прикол, это ни за что не догадайтесь. Наличие теплой родной батареи. И похоже, что здесь есть центральное отопление в этом городке. Ну, чему удивляться, если здесь настоящая зима. И прикол такой, что я приперся, ну, в эту гостиницу, захожу в номер, тепло. Ну, когда смотрел, прежде чем платить. И такой смотрю, где кондей? Типа, как здесь тепло? А потом такой, етить, здесь батарея. Вот, вот так новости. Думаю, вот круто. А 24 евро это где-то 1800 рублей. Так, наступило утро, я сказал, что из летнего курорта мы попали в зимнюю сказку. Но еще собака всю ночь орала. Доги, доги. Песик. Песик. Блин, зараза, на камеру не орет. Как чувствует? Вам, конечно, лень на карте смотреть, где мы находимся. Так вот, вот справа Приштина, Косово, а вот у самой границы Черногория и Косово мы, город Рожае. Ну и смотрите, хотя мы вот из Дубровника, по сути, просто двигаемся на восток, не на север, но от моря мы поднялись на неведомую высоту. Можешь сейчас посмотреть где-нибудь, где, на какой высоте Рожае от уровня моря. Поэтому здесь зима. Так, ну смотрите, есть, кажется, такой сайт dateandtime.info. Вот, Дубровник. Во-первых, обратите внимание, широта 42, долгота 18. Высота уровня моря 52. Теперь Рожае, где мы находимся. То, о чем я говорил. Широта по-прежнему 42. То есть прошли на восток. Долгота... Ой, на, в смысле, блин, ну да, прошли на восток, что по широте не поменялось. А вот по долготе 20 стало, смотрите, было 18, стало 20, на целых 2 градуса. И высота, как видите, была 52, а стала 1081. То есть мы на 1000 метров, на 1 километр мы... В общем, машинки на нашей приподнялись, и стало прохладно. Километр, блин, немало, это даже для ходьбы. Поэтому сегодня на завтрак каша с мюсли. Ну, что касается Приштины, то 600 метров над уровнем моря. То есть сейчас будем адово спускаться на 400 метров. Хорошо, что они поехали в ночь. Так, ну смотрите, вот тачка. Тачка после мороза завелась вообще без проблем. Кроме того, ее огревало солнце утром, и в ней уже неплохо тепло. Потом...